использование цвета в деревянной архитектуре, она, в общем-то, новая и как-то очень мало затронутая. Некоторые вещи даже как бы лежат очевидно на поверхности, но это никогда, как-то, ну, нет никогда, но остается неосмысленно. Деревянные постройки в греческом исполнении представляются монохромными. Это то, что мы видим в музеях деревянного зодчества, то, что мы видим на местах. И даже трудно представить себе сруб, открытый сруб с каким-то цветом. Это все вот сознание, образ деревянной постройки, это такой вот серебристо-серый без использования краски. Покраска и активное введение цвета в деревянную церковную архитектуру соотносится с периодом ремонтов, когда появлялись дощатые обшивки и металлические кровли. Детали иногда приобретали многоцветную покраску. И по многим старым фотографиям мы видим, что красились не только стены, но и металлические кровли, но и деревянные кровли. Использование цвета, ну, как я сказал, исследовано мало. В реставрационной практике советских лет, когда была нацеленность на воссоздание первоначального, ну, во всяком случае, до обшивочного облика, к позднейшим слоям относились пренебрежительно, считая их неинтересными и недостойными внимания. И, следовательно, и, соответственно, и обшивка с остатками краски, она как бы не вызывала интереса, и при удалении все это исчезало бесследно. То есть на многих объектах мы, собственно, даже углей не находим никаких следов покраски. Что говорят нам старинные изображения? Мы сейчас немножко попробуем окунуться в древность. Это на большинстве, сразу скажу, на большинстве изображений деревянных храмов, а это архитектурные фоны икон, миниатюры, аксонометрические планы. На большинстве изображений деревянные постройки действительно однотонные. Хотя встречаются некие цветовые пятна, в основном красные. Это ансамбль Шеменского монастыря, вторая половина 17 века. Вот изображение Ивано-Сколбинской пустыни, третья четверть 17 века. Как видите, здесь покрашена красным крыша. То есть это достаточно старая икона, свидетельствующая о том, что в 17 веке уже возможно, использовалось. Ну, нет, конечно, мы допускаем, что это домысел художника, но, в общем, свидетельствует об использовании цвета. Обратим внимание, другим цветом, то ли темно-синим, то ли черным, покрашены другие крыши. Колокольня вся покрашена красным. И, судя по фактуре стены, это обшивка. Дальше. Это Бестужево на Устье, середина 18 века. Здесь открытый сруб прорисованный, красным покрытый лебедь и зеленым или синим купола, то есть крашеный лебедь. Икона Каргопольская крепость, горящая, на иконе начала 18 века. Здесь нет никакого цвета, кроме как на стенах, на пряслах, такая интересная полосатая крыша с широкими полосами, черная с белым. То есть черный цвет тоже, видимо, допускался, сейчас мы еще остановимся на этом. И здесь мне очень помогли материалы Виктора Александровича Минчика в его недавно опубликованной книге и вообще все его работы. Вот, смотрите, изображение Соловецкого монастыря. Это датировано 1709 годом. Здесь мы тоже видим полосатые крыши, причем они везде.
Может быть, это домысел художника. Но вообще, очень вероятно, что что-то было такие крыши. Может быть, не все, не во всем монастыре, но какие-то примеры были. И то же самое, красное с черным. Ну, надо сказать, сейчас я немножко отступлю. Надо сказать, что мы следы покрасок у нас не сохранилось практически ни на одном памятнике крови 17 века, 16 века. Мы находим иногда отдельные доски, лебешинные. Мне не попадалось. Не попадалось следов краски на старых, на остатках старых кровельных материалов. Это немножко другая тема использования цвета. Это вот Игорь Николаевич занимался реставрацией перевозки этой церкви в Коломенском, 1685 год. На нем были найдены... Это музей воссоздания сделано. Найдены... Плохо видно. Вот на этой фотографии немножко подсвечено, так немножко ярко, но... То есть карниз, обращенный вниз, имеет роспись. И еще один. Это не подшивка дощатая, это именно... Нет, вот это дощатая подшивка, а это повал. Бревна повала, вот так вот обработанные ступенями. Известно, что в Гремляке была доска найдена. Это Игорь Николаевич лучше знает, где она, в музее хранится. Вот. И при работе волонтеров на церкви в Лахове, это тоже Северная Двина, 1710 год, была найдена вот такая доска. Это явно там восьмерик, четверикрат в восьмерике, и... А, нет, это с алтаря, пятигранный алтарь, и вот оно видно, вот эти скосы, это огибают грани, видимо, там наклёст шли доски. И, как видите, орнамент, какие-то вот круги с какой-то вот, не знаю, там, перемычкой, схожие вот с этими орнаментами. То есть найден такой уникальный элемент росписи. То есть это все росписи у нас, ну вот эти уже многочисленные примеры под свесами крыши. Дальше остановимся на существующих объектах, которые нам удалось обследовать. Церковь Пустыньки. Церковь сама 18 века, обшивка, по-моему, второй половины 19-го. Церковь покрашена белым, кровли. Вообще на основании чего мы находим? Вот здесь я, кстати, сам себе не прав. Я сказал, что мы не находим к 18 веку, а как раз здесь, вот этот нижний, здесь на кубе, на бочке несколько слоев рельефа, три. Первый ряд, вот который с отрицательной кривизной, похоже, что это 18 век, действительно, вот то, что мы видим на фотографии с покраской зеленым. Но, правда, не факт, что покраска 18 века, не знаю. Дальше идет ремонтный лемех на выступающей части бочки, более грубый. И последний, это прямоскатный, третий ремонт лежит сверху. То есть мы видим здесь три слоя. Полицы красным были покрышены, потому что когда при ремонте вскрывали полицы, там совершенно очевидный ярко-красный цвет между досками. Трапезная тоже. Ну, это вот предположение, что трапезная тоже была красной. То есть сочетание красное и очень скромная обработка наличников и прищелин красным цветом. Дальше. Алексеевская церковь в урочище Гуртяева. Под Архангельском. Это кубоватая церковь начала 18 века. Здесь тоже, конечно, много ремонтного. И то, что покрашено, мы видим, это вторая половина 19 века. Здесь прекрасно сохранившись, это вот туда мы не добрались, экспедиции, потому что там не было тропы, а времени пролезать сквозь сугробы не было. Здесь уникальный сохран, здесь практически нетронутая реставрация, здесь весь цвет виден. Вообще цвет, вот эти реконструкции, они такие свеженькие, кажутся, на основе чего?
на северных фасадах. При внимательном осмотрении северных фасадов на юге практически, на южной стене практически бесследно все исчезает. А на северном фасаде все достаточно хорошо прочитывается. Здесь очень интересный пример. Куб красный, зеленый. Следы краски сохраняются, даже вот эта вот каемочка, вот она видна, красная под головой, голова и шея зеленые. Вот это вот зеленое. Вот здесь интересное. На бочке единственный такой пример, он реконструирован по старой фотографии. Потому что старая фотография, она... Ну вот, я, к сожалению, не перевел, но она известная. По тону видно, что вот это вот темное чередование. Редкий пример такой полосатой бочки. И цоколь тоже красный. Вообще для Поморья характерно использование охры и красного. Если где-то вот в глубине материка, как Каргополье, Архангельская область, очень преобладает белая или такая светло-серая, то Поморье это охра. Дальше, вот это очень интересные находки, но они уже публиковались и известны. Это красная ляга. Церковь 17 века, отремонтированная в конце 19-го. И вот эта обшивка, вот это как раз именно северный фасад на фотографии. И если здесь привлечение, внимательно посмотрите, здесь видны. Вот даже вот эта реечка, она хорошо сохранила красный цвет. Вот эта покраска, ну, почти достоверная. Там же следы остались везде. И интересно, что они довольно смело использовали черную краску. Вот в наличниках, казалось бы, такой мрачный цвет, но он совершенно явно сохранился в щелях, в сучках, все это видно. То есть такой, ну, совершенно многоцветный образ. Вот представить себе красную лягу, такую ярко раскрашенную, даже вот сейчас вот трудно. Если бы ее реставрировать, то вообще вот какой-то навал. Посмотрим, что с крышами. Кубы и бочки, формы родственные, как они красились. Это кушерика, которая сейчас стоит в Архангельске, в Малых Карелах. Она, естественно, реставрирована с воссозданием первоначального облика, без обшивки. И здесь мы видим отчетливо, нижняя часть куба была покрашена красным цветом. Вирму я позабыл. Вирме тоже хорошо сохранилась по краскам. Аналогичная. Так, это средние фотографии, это устье. Как видим, красное, ну здесь не поймешь, что там какого цвета верх, но красное основание куба и красные ободки кокошников. Кстати, я забыл сказать, что вот эти красные ободки кокошников и красная обводка оконных колонн, она встречается на иконах Александра Шеленского монастыря 17 века. То есть красные детали были. Варзуга, вот это Татьяна Ивановна, интересная фотография, справа вверху. Ярко-красные кровли. Эта церковь сейчас тоже в обшивке реставрирована. Правда, мы не знаем, какой был шатер. Там горизонтальные дощечки были обшиты, и, скорее всего, был окрашен, потому что крыши 19 века почти все красили. Дальше. Каковы были шатры? Шатры могли быть и не крашены, наверное. Потому что на Красной Ляге мы находили старые доски до ремонта конца 19 века. То есть, наверное, первая половина 19-го доска или конца 18-го. Они очень долго служат на шатрах. Вот то, что сейчас на Красной Ляге достаточно хорошо сохранившийся тез, это 1895 года. Очень крепкие. Шатры. Билибинская открытка, акварель Почасевского погоста. Как видите, здесь полностью украшенные бочки и красные шатры. Конечно, можно допустить, что он это выдумал. Но, может быть, невероятно. Красные шатрики вот на одной из фотографий Прокузина-Морского. Где-то в Карелии. Елдан-Сельди, которого мы недавно обследовали, тоже красный шатер.
Красный шатер мы видим на Никольской церкви в Едове. Это вот Антонина Игнатьева, путешествующий докладчик, как раз занимались эскизным проектом этой церкви несколько лет назад. Здесь очень интересная покраска. Красные бочки, красная крещатая бочка, красный шатер, а дальше шея, половина. Вот если увеличить, в общем, половина шеи красная, потом идет беленькая. И то же самое здесь. Эта покраска даже видна в фотографиях, может быть, даже Михаила Исаевича, каких-то там 70-х годов. И опять же, зеленые главы. Дальше, остановимся на главах. Главы устойчиво зеленые на многих объектах. Здесь даже вот очень малое количество примеров, но все палмежские храмы, порожья, зеленые главы, турчасы зеленые главы, крашеные. Вот это Чукчерима, картина художника в каком-то Архангельском музее. Зеленые главы и зеленый шатер, кстати, обратим внимание. А на колокольне шатер то ли не крашеный, то ли красный. Ну, зеленые главы – это устойчиво. А вот здесь Тулгас, местечко. Эти церкви сохранились, но, правда, в жутком состоянии. Главы давно утрачены. Обратите внимание, главы – это рисунок Писакова. Главы желтенькие. То есть они не все подряд были зеленые, но выпускали вот такой вот под золото что-то, видимо. Так, сейчас. Так, значит, на примерах рассмотренных деревянных церквей конца 19-го, начала 20 века мы видим определенные закономерности. Определенные закономерности и даже правила распределения цвета и цветовых пятен на фасадах. Покраска стен – это устойчиво монотонный белый или охра, то есть какой-то светлый тон, и сосредоточение цветового пятна под свесом крыши. Покраска кровель – это устойчивое сочетание красного и зеленого. Причем вот распределение по верху и низу. Низ – это красный, верх – зеленый. Здесь можно даже какую-то, может быть, символику можно увидеть. Земное, небесное, теплое, холодное. Вот этот переход. Вот эти покраски, которые мы сейчас рассмотрели, если мы вспомним, то есть мы рассмотрели церкви древние, которые были подавлены, и то есть они сохранили свою древнюю структуру, но просто на них наложилась некая оболочка, на которую наложилась краска и цветовое решение. Нечто схожее мы видим и на церквах, которые возводились в том числе по типовым проектам. В общем-то, такое же. Вот эти рассмотренные цветовые решения, они не имеют аналогов среди современного им каменного строительства. Красные крыши, сочетание красного, зеленого, зеленого. Это в основном только на деревянных памятниках. То есть это не классицизм и не эклектика, которые приходили в деревянное зодчество. И сопоставление с древними объектами наводит на мысль о том, что вот эта покраска церквей XIX века, она имеет глубокие корни, традиционные. То есть это не веяние нового времени, а это некие связи с какими-то древними традициями использования света. И действительно трудно поверить, что древние русские города были сплошь серыми. Вот точно не могло быть. И описание есть. Писанных верхах и прочее. То есть наверняка было. В каком объеме, конечно, не знаю. Наверное, все-таки это было не сплошь использование света, потому что все-таки на тех же самых иконах преобладает монохромное. То есть, наверное, это были какие-то все-таки отдельные световые пятна. Так, немножко о реставрации мне хочется сказать, потому что сейчас
появляется все больше крашеных объектов, и они производят разные впечатления. Первый крашеный объект – это колокольня в Йоноксе. Все его прекрасно знают. Это вот характерная для Болгонии охра, белая прорисовка деталей, зеленый купол и зеленая глава. Прошло около 20 лет с реставрации, и, видимо, она была покрашена такой краской, что она так вот равномерно осыпалась и приобрела некую патину времени. Вообще, конечно, деревянные крашеные памятники, проблема в том, что покраску надо возобновлять, и исторические реставраторы возобновляют постоянно. Будут и сейчас каждое 10-15 лет возобновляют покраску памятников. Ну вот, на примере Йоноксе мы видим, что нет, что она как была, так и стоит. Она сейчас приобрела. Просто когда она была новая, я помню, Елена Александровна возмущалась, что это такое, какое деревянное зодчество. Она выглядела действительно очень жестковато, вот эта вот покраска. Немножко как пластмассовый памятник выглядит. Вот. Однако по прошествии некоторого времени она приобрела очень приятную фактуру и, в общем-то, вполне исторический облик. Хотя с точки зрения эксплуатации красить надо. Вот получается противоречие. Эстетика не крашеная, а рынки должны быть крашеные. Следующий объект – это Цыпина, реставрированный сравнительно недавно. Но здесь такое реставрационное решение, оно несколько необычное. Это медные кровли, черные, которых никогда на памятнике не было. Здесь были зеленые кровли. И белые стены. Покрашено, видимо, масляной краской. Прошло около 10 лет, и вся южная стена поползла. Причем она облезает очень грубо, хлопьями, и под ней прямо черная древесина, потемневшая. Вот что делать с такими стенами? Ну вот, неизвестно. Значит, надо срочно возобновлять. Вообще, выглядит довольно безобразно. Это просто размышление на тему, что мы в своих проектах предлагаем покраски. Надо думать, что с этими покрасками будет через 10-15 лет. Дальше. Вот этот объект тоже вызывал недоумение и даже негодование у многих. Это Ледина, Богоявленская церковь. Реставрирована на позднейший облик, соответственно, с покраской. Ну, первое, это, конечно, это не тот облик, который был. Ну, не знаю, почему здесь так сложилось. Вот я специально привел вот эту фотографию в правом верхнем углу. Какая здесь была покраска? Стены, да, были белые. Вот здесь можно приглядеться. Колонны были... Абака синяя и хим красный, ствол колонны, по-моему, ну я сейчас не соображу, а вот эта филиастра, или как назвать ее, за колонной, она была зеленая, потому что сейчас покрашена синим. И на антаблементе, как мы видим, синие мутулы, да, они действительно синие, только голубенькие, а здесь темно-синий цвет. И еще роспись между вот этими имитациями триглифов. То есть вот это как раз та традиция, идущая от 17 века, от расписных досок, от срезанных крыш. То есть богатая роспись. То есть вот, конечно, вот то, что мы получили, это, ну, грубяйца же. Ужасно. И главы не крашеные, хотя они совершенно определенно были крашеные. Они оставлены, крыши красные, действительно так. Дальше, вот это еще один объект. Это Коржинская. Это Коржинская, очень красивый храм, находится в Киносерском парке, в долине. То есть туда идешь 16 километров, или там грязно, болотисто, дороги нету, и приходишь и видишь эту сказку. Вот здесь патина времени совершенно необходима на таком объекте. Понимаете, ну нельзя прийти, проделать такой путь, в такую глушь. И сейчас он реставрирован с покраской. Ну, в принципе, как бы
Здесь все верно, действительно была такая покраска. Ошиблись только с шеей. Шея была белая. На старой фотографии даже видно, что шея белая, а пока что зеленая. Ну, бог с ним, в конце концов. Ну вот, как бы на этом объекте я хочу завершить именно рассуждение о целесообразности покраски памятника. И приведу пример красную лягу, с которой мы работаем, ну как, вот так вот, факультативно, много лет. И которая вот такая вот красная, цветная вся, как петух. Она сейчас стоит монохромная. Понимаете, изменилась ситуация. Вот эта церковь, наверное, могла быть такая вот беленькая, яркая, когда рядом стоят избы с нарядными свесами, там все выкрашено, вычищено. Возможно. Но вот сейчас это совершенно другой облик. Это запустение, глушь. И вот в глуши стоит такая вот билибинская сказка. И вот, ну, совсем неуместно. Да, и с красной лягой. Красную лягу, в принципе, можно реконструировать ее покраску. Но она стоит в таком контексте. Это полностью исчезнувшая деревня и единственный оставшийся храм. Он, конечно, должен быть над нами воспринят. Очень поэтичное место. Он просто вызывает такие эмоции, как вот, не знаю, там, встреча с Богом, вообще чистым полисом, храм, такой столб. Невероятно. Серый. Конечно, должен быть серым. Вот. И в прошлом году возобновили главу. Она была, конечно, зеленая. Возобновили металл, и мы взяли коричневый. С полимерным покрытием готовый, коричневый. То есть как бы под ржавчину. То есть, как бы попытались имитировать вот этот образ, уже вот образ начала 21 века, тогда, когда дошло до нашего времени. Вот, ну, наверное, все. Я вот как бы хотел бы, чтобы этот доклад из реставраторов навел на мысль о покрасках, об использовании света. То есть, с одной стороны, тема очень интересная, ее можно развивать, и надо развивать, исследовать, изучать больше примеров. А с другой стороны, это требует очень осторожного, осмысленного подхода при реставрации.